хорошо сейчас молодежь поняла. Вот на набережной, это Лена Есенбаева, она помогла там вот для воркаута, там эти и перекладины там, и все. Придешь, глянешь на ребят, конечно, они, знаете, как вот, и рисовка у них там, все им интересно, когда смотрят люди на них, а глянешь, вот, шашечки появляются, мускулы, и уже, знаете, как уже и польза от этого есть. А молодежь у нас неплохая. Все, знаете, вот говорят, о, да молодежь, знаете, вот когда приходит такой момент, вот, у меня сосед с моей старшей дочерью учился, мальчишка, отец у него полковник, в Чечне был, в Анголе был, и сын у него в Чечне воевал, и погиб там. Вот, вот это ребята, понимаете, они не струсил и не спрятался за спину, за папину спину, а сказал, мои ребята идут, я их не брошу.